вы на канале Тыковка ТВ. И сегодня я буду снимать распаковку игрушки, наверное, самые для меня новые. Ну, как бы они не новые, но у меня такой ни одной не было. Игрушки Funko Pop. Да, это такая довольно-таки знаменитая фирма игрушек. Они выпускают много, как бы по многим фильмам, мультфильмам и сериалам свои игрушки. Но сегодня я решила себе прикупить персонажа Локи из вселенной Марвел, а именно из Тора Рагнарёк. Так скажем, я люблю и Марвел, то есть с самого детства я любила смотреть такие фильмы, как «Железный человек», «Халк» там и многие другие. Но больше всего я любила Тор и особенно вот этого персонажа Локи. Он всегда для меня являлся любимым. То же самое, как Тор. У меня два любимых персонажа. И вот я решила себе прикупить его вот в таком формате, именно Funko Pop. А, честно говоря, я не знаю, где мне его купили. Мне его подарили родители. Я их очень долго просила. Так что давайте его распаковывать, но сначала начнем с общего обзора коробки. Сзади у нас изображена вся вот эта вот коллекция, именно по Тору Рагнарёку. Вот, здесь у нас есть Тор, Халк, Хела, Локи, вот эта вот Валькирия и... А как вот там? Хендел. Все. Здесь наверху у нас логотип Marvel, потом Funko Pop и голова Локи. Так. Ну, боковая часть сделана так, чтобы мы ее могли видеть игрушку. Также тоже написано Marvel Funko Pop. И название игрушки Локи и номер... Как это, наверное? Ну, номер игрушки. На самой лицевой стороне. Спереди тоже логотип Marvel. Вот. И название самого фильма, по которому сделана эта игрушка, это Тор Рагнарёк. Ну и тоже номер игрушки. Потом изображение Локи. Вот такое. И тоже написано Локи. И то, что у него голова, ну, как бы болтается. Я вам потом это все детально покажу. На другой боковой стороне тоже написано Marvel и вот такой красивый узор. Мне он очень нравится. В стиле Marvel. Тоже нарисовано прям полное изображение Локи. Самой игрушки очень красивая. Конечно, есть и другой Локи из других коллекций. Ну, как бы Тор первая часть, вторая из Мстителей первой части. Ну, я решила купить именно это, потому что, лично мое мнение, это самые лучшие и красивые, которые я нашла. Ну, на задней упаковке, как вам показывала, вот вся коллекция. А снизу всякая информация на разном языке. Тоже, что детям от 3 лет. Тоже написано Funko. Очень красивая игрушка, я ее очень давно хотела купить. Ну что ж, не будем медлить, давайте уже распакуем его. Если не ошибаюсь, он сверху распаковывается, да? Да, кажется. Попробуем сверху. О, кстати, довольно-таки легко. За всю историю игрушек, которую я распаковывала, это, наверное, самая легкая игрушка для меня. Блин, он очень легко распаковывается. Я почему-то думала, что будет сложнее. А, вот он, мой долгожданный Локи. А, няшка. Так, дальше. Так, как я понимаю, тут какие-то штучки. Ребята, кстати, напишите в комментариях, если у вас вообще любая игрушка Funko Pop и любите ли вы Marvel. Кто ваш любимый персонаж? Оно супер легко. Оно очень легко. Да, для меня реально это прям... А, боже, он такой прикольный. Реально, вот если покупать Funko Pop, то, знаете, у них самая легкая упаковка и вообще как бы...
очень легко открывается. Реально, потому что когда я открывала драконов, это было сложно. До Японии нелегко. А это прям самое легкое. Боже мой, какой красивый. Что ж, давайте его более детально посмотрим. Начнем, наверное, именно с функций. Он не стоит, это я знаю. Нет, он стоит. Что? Он у меня встал? Понятно. Одна из функций, то, что у него голова болтается, он сейчас упадет. Да, это я знаю. Они, типа, обычно не стоят, такие игрушки, как раз из-за того, что у них голова такая. А это очень мило выглядит. Давайте начнем с лица. У всех Funko Pop глаза либо черные, либо того цвета, которого являются там в фильмах или мультфильмах. У Локи они черные. Также у него на лице вот такие вот красивые черные брови. И такой маленький носик, мне кажется, у всех вот таких вот, ну, персонажей, как люди, допустим, у людей у них у всех вот такой вот именно носик, как треугольничек, наверное, да. Потому что у драконов из той же серии, ну, не из той же серии, а из Funko Pop, у них не такой нос, у них вообще как настоящие. Что ж, продолжим давайте, значит, с волос. Волосы у него, как и, в принципе, в оригинале, они у него такие довольно-таки длинные, красивые. Мне нравится именно, что вот они у него так идут, и вот. Прическа прикольная очень. И как мне кажется, почему-то, что вот верхняя часть именно вот головы, ну вот волос, она обычная такая, а тут снизу как глянцевая, прям то, что отливает так. Не глянцевая, как это? Лак, много лака, вот. Ну, прикольно очень. Давайте пройдемся теперь по костюму самому. Костюм сделан очень детально. Это, наверное, одна из самых лучших игрушек, которую я видела, чтобы она была очень хорошо продетализирована. То есть... прям, если сравнить его с фильма, то прям почти деталька к детальке, все очень красиво, там плечи красиво сделаны. То есть вот само костюм, ботинки даже детально очень сделаны. Кстати, на ботинках там написан, как я понимаю, код какой-то. И Funko Pop вроде. Кстати, у него ботинки тоже черненькие, красивые. Я его, наверное, почему взяла, потому что мне вот нравится именно сочетание... его, ну вот, именно синенький костюмчик, а не зеленый такой. Очень красивый. Также у него на руках вроде как точно такие же не браслеты, у него такой костюм именно. А в руках он держит свои клинки, это, наверное, или ножи. Это больше клинки. Такие красивые, боже мой, они прям реально как в фильме. Очень прикольный. То есть даже пальцы красиво проработаны, вот, можно заметить. Очень детально, очень красиво. Вау. Реально, вот именно таких детализированных игрушек у меня еще не было. А потом давайте пройдемся по его плащу. Вроде как, я давно не смотрела, но по идее плащ должен быть, типа, тут синенькая чуть-чуть. Но это, типа, у Funko Pop у них есть такие детали, которые отличаются от фильма, как бы, мне кажется, почти в каждой игрушке. То есть, по идее, у него не весь желтый, потому что у него с другой стороны он либо зеленый, либо вот такого же цвета, как его наряд. Но все равно мне, как бы, это, наоборот, нравится, очень красиво. И мне кажется, или, типа, здесь плащ как-то темнее, чем здесь, ну, не знаю. На камеру не видно, но по реальности я еще хочу сказать, что этот плащ, он прям не жутко такой желтый, он больше охристый, то есть, ну, если вы знаете, что такое охра, то вы должны понимать, какой он. То есть, потом на камеру он очень-очень желтый, но на самом деле это не так, он прям охристый. То есть, на камеру чуть-чуть по-другому видится. Господи, очень детальная, красивая игрушка. Также давайте вам покажу вот именно саму пружину. То есть у него голова, она как бы на пружине получается. Потому что те же самые Безумик и Единая Фурия, у них голова не на пружине. Они как бы... Я, честно говоря, у меня не было, я не знаю.
Но как я видела, у них просто вот голова именно вот прям вот так вот стоит, а у него именно она прям на пружинке. То есть, мне кажется, что на пружине это более-менее прикольно, то есть как бы... Ну, это, конечно, странно выглядит, но это более-менее прикольно лично для меня. Мне пришлось его посмотреть, потому что теперь он меня... Ну, он мне как кажется, мне он то стоит, то не стоит, поэтому он у меня сейчас что-то вообще не хочет стоять, поэтому я его поставила в упаковку. Так что, ребят, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, а также жать колокольчик, чтобы узнать, когда выйдет новое видео, и напишите в комментариях, нравятся ли вам вообще такие игрушки, фанко-поп. Мне лично не очень нравится. И всем спасибо за просмотр. Всем пока! Пока!